И в этом году на ремонт федеральных дорог Тюменской области выделено 4 миллиарда 200 миллионов рублей. Это вдвое больше, чем в прошлом году. По словам чиновников Росавтодора, в 2016-м будет закончен ремонт северной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск, а в 2017-м завершатся работы на Омском тракте. На месте аварии на 447-м километре будет построено гидротехническое сооружение, способное справиться с паводком и осадками. Деньги на это дополнительно будут выделены из федерального бюджета. Проектировщики, изучив ситуацию, в первую очередь с гидрологами, нужно определить, значит, площадь водосбора, объемы поступающей воды, выдадут нам варианты, какие сооружения там можно построить со сравнением по стоимости, чтобы мы выбрали оптимальный вариант. Что это будет? Это будет мост или какая-то водопропускная труба, но большего диаметра, большего размера. Это будет определено на основании проектных решений.